You're one in a million. Oh. Oh. You're one in a million. Oh. Sometimes I can't hit you every day. Exercise one. Прослушайте диктора. Обратите внимание на отрицание. Предложение с глаголом to be. I am a student. I am not a student. You are at home. You are not at home. He is late. He is not late. She is busy. She is not busy. We are editors. We are not editors. You are dentists. You are not dentists. They are at the restaurant now. They are not at the restaurant now. без глагола to be. I work every day. I don't work every day. You study English at the weekend. You don't study English at the weekend. He often goes on a business trip. He doesn't often go on a business trip. She teaches us English. She doesn't teach us English. They go to the restaurant. They do not go to the restaurant. Exercise 3 Проверьте себя. Am I often late for my work? Yes, I am. No, I am not. Is he an editor? Yes, he is. No, he is not. Are they bookkeepers? Yes, they are. No, they are not. Are they at the cinema now? Yes, they are. No, they are not. Is she a goods manager? Yes, she is. No, she is not. Are we happy? Yes, we are. No, we are not. Is she lucky? Yes, she is. No, she is not. Is he afraid of dogs? Yes, he is. No, he is not. Am I ready for my exams? Yes, I am. No, I am not. Is she very pleased with him? Yes, she is. No, she is not. Are they of medium height? Yes, they are. No, they are not. Рекомендации по изучению курса. Разговорный курс English Creative состоит из более 40 уроков. Он направлен на создание системы в знаниях по грамматике, необходимой для разговорной и письменной речи. Также с помощью курса расширяем словарный запас. Курс состоит из теории, объяснения материала каждому уроку и упражнений. Если материал по некоторым темам вам покажется знакомым, упражнения по ним можно не выполнять. Курс рассчитан для уровней владения английским от Beginner до Upper Intermediate. Соответственно, чем ниже первоначальный уровень, тем больше заданий рекомендуется выполнять. Ко всем упражнениям составлены ответы. Вы сможете сами проверить свои знания. Также подробное объяснение материала можно найти на сайте englishcreativebooks.io в разделе «Видеоуроки». Прежде чем приступить к изучению курса, заведите себе тетрадь А4. Стикеры – небольшие листочки для быстрого изучения новых слов. Маркеры – минимум 4 цвета. При конспектировании материала цвет усиливает запоминание информации. Поделяйте различную информацию различными цветами маркеров. Старайтесь задействовать разные типы памяти. Зрительную моторную при написании и выделении маркерами информации. Слуховую – проговаривайте слова и предложения вместе с диктором. Ассоциативную – при запоминании слова придумайте к нему образ Ситуацию. Не ленитесь рисовать карточки, используя маркеры. Вы можете переписывать новые слова вечером, а на утро приступать к их запоминанию. В среднем около 50% записанных с вечера слов остаются в голове на утро без специального заучивания. Итак, пример. Тутич. Обучать. На лицевой стороне пишем слово, на обратной стороне его перевод. Слово выделяется каким-либо маркером, например, желтым. I would like to talk to you. Я бы хотел поговорить с тобой. Этим же способом вы можете запоминать различные предложения, конструкции и так далее. На утро возьмите написанные вечером карточки. Поверните их стороной с русским переводом. Если вы сможете назвать английский вариант слова, отложите эту карточку в сторону. Те карточки, которые вы не смогли назвать, отложите в отдельную колонку. Таким образом у вас образуются две стопки карточек. Выученные откладывайте в сторону. Можете время от времени их повторять. Те карточки, которые вы не выучили, просматривайте до тех пор. Пока их не запомните. Не забывайте, что прежде чем писать карточки, необходимо проговорить с диктором правильное произношение слова. Минимум два раза. Итак, подведем итог. Конспектируйте материал к уроку. Объяснение материала. Приступайте к работе с разделом упражнения. Там также могут встречаться правила. Обязательно изучайте их и выделяйте все правила. Новые слова и выражения сначала проговариваем слух, затем фиксируем на карточках. На следующий день заучиваем слова и приступаем к упражнениям. Если вам сложно, прослушайте сначала ответы, а затем на их базе делайте упражнения. Упражнения делайте письменно. Для выполнения некоторых письменных упражнений, как в уроке 3 и 4, отключайте звук компьютера. Ответы к упражнениям можно закрывать листом формата А4. Если вы хотите вернуться к списку упражнений, а не в начало диска, доведите ползунок до конца данного упражнения и компьютер автоматически приведет вас к изначальному списку упражнений. В некоторых уроках вы найдете раздел «Разговорная практика». Желательно найти партнера, который будет вас слушать, вас и ваши ответы, а также с которым вы можете практиковать устную речь. Вы сможете переводить предложения с русского на английский еще и устно. В курсе Даны ответы. Таким образом, он сможет вас проконтролировать. Устная речь, даже с ошибками, помогает преодолеть языковой барьер. Регулярная практика поможет оттачивать скорость понимания и скорость вашей собственной английской речи. Итак, желаю успехов в изучении курса, а также надеюсь, что английский станет для вас не просто учебным предметом о настоящем хобби. С уважением, составитель курса Быстрого Марина.